Добро пожаловать на прямую трансляцию. Мы хотим теперь заниматься точечным высевом. И видим, тогда мы очень сразу говорим о культурах, таких как свекла, подсолнечек, кукуруза. Но если дальше подумать, то в конечном счете и соевые бобы, а также части рапс. Маэстро линия существует уже давно, но мы что сделали? Несколько лет назад начали разрабатывать новую систему дозировки, а именно две таких системы дозировки. Одна — это AirVac, где рабочим принципом является разделение при помощи вакуум, а другая — это система, работающая с избыточным давлением, разделяя зерна. Поэтому вопрос, какая система, когда лучше всего пригодна к использованию. И вот этой темой занимался мой Томас Мур. Он занимается поддержкой продаж. И в основном, в частности, он занимается машинами для точного высева. И когда речь идет о работе конкретно в поле, то он тоже всегда нас поддерживает. И поэтому он наилучше может показать нам. Послушаем его доклад, который был записан заранее. Добрый день. Меня зовут Томас Мур, и я работаю в службе поддержки машин для точечного высева. И сегодня хочу показать вам Маэстро Ти, AirVac, дозировщик, а также сзади стоит Маэстро SF. Кратко о нем рассказать. В 2020 году мы эту машину стали делать серийно, как во всех наших вариантах. Есть маленькие сеялки есть, а также более крупного размера. Есть вариант МПС, также как рядовом, где 70 объем. Очень легко доступ, потому что он несколько косо встроен. Можем легко движением руки открыть дозировщик и сразу видим наш дозировочный диск. При помощи байонетки мы можем снять с вала двигателя. Стандартный диск, 30 отверстий, 5 миллиметров отверстия. Поставляется с завода, и для большинства сортов кукурузы она подходит. Но существуют еще более крупные, более маленькие для кукурузы, а также большое количество дисков для разных культур, которые можно при помощи Маэстро сеять. Вот здесь можно устанавливать вот это устройство, где можно полностью закрыть и останавливать процесс, но можно и уровень наполнения регулировать, то есть сколько зерна будет сюда помещаться в дозировочнике. Если маленькие дозеры, чтобы их было больше. Если крупные зерна, тогда можно полностью оставить открытым. Плюсы. Здесь посредством вакуума забираются зерна, затем переносятся сюда наверх, где происходит их разделение. А двойные элиминируются на диске. Здесь плюс в том, что здесь не нужно больше настраивать. Всегда он в этой форме сюда встроен. И для всех культур он подходит. То есть его не нужно ни менять. Мы можем рапс, и сахарную свеклу. Здесь без юстировки можем все разделять. Прежде всего есть такой диск-редуктор. Если у меня слишком много двойных, тогда я уменьшаю давление, а если много, тогда я увеличиваю давление. Зерна после разделения передаются дальше. И здесь посредством уплотнения, которое находится в крышке, все это, все вот то, что под красным, это вакуум. Здесь посредством вот этой трубочки зерна туда поступает. И последний компонент у нас в крышке, такое колесико для очистки, которое ответственно за то, чтобы отверстия были чистыми, например, если там остатки зерен или какая-то грязь попадет. Посредством этой трубки, сбросной трубки вот вакуума попадают зерна в почву, а там улавливающий ролик их подхватывает и туда впрессовывает. Здесь может их улавливать, чтобы было хорошее распределение по длине и точно также для того, чтобы капиллярную воду. Вакуумная система, также можно снять этот
улавливающий ролик. И если во влажных условиях работы у меня более длинная, больше времени для этой работы со снятым этим роликом, ехать нужно 1-2 километра. Медленнее для того, чтобы равномерную по длине распределения достигать. Его больше не нужно прижимать, потому что уже во влажной среде. Здесь за счет этого очень легко работать с нашим дозировочным устройством. Он надежнее и более точное разделение. Вакуумная система до 12 километров разрешено, но обычно между 10-12 километров работаем на кукурузе, где сахарная свекла чуть меньше, в зависимости от условий посева. Также при помощи системы вакуума можно очень медленно работать. Например, если очень влажная почва, или, например, на кривых участках 5-6-7 километров в час. При помощи вакуумного дозировщика сеем подсолнечную кукурузу, а также можно рапс, сахарную свеклу, гороховые или другие бобовые. Далее, возможно, за счет свободного падения из трубочки существует возможность большое разнообразие различных специй или овощей сеять. Также очень гибкая установка глубины помещения от 80 сантиметров до 9 сантиметров. На других машинах у нас есть 45 до 80 сантиметров расстояния, а типично это 50 на маис бобовые, и плюс 75 у нас в Германии, в Центральной Европе, 75 расстояния на кормовой, на кукурузу. Мы посмотрим на число оборотов дозировки при этих вот расстояниях. 6 миллиметров рабочей ширины, 65 тысяч зерен, а 50-я машина вот тут сзади, это Маэстро 18СВ, 50 сантиметров. Здесь больше идет на метр, а в 6-метровом ЦФАУ 2 ряда по 50, то есть 85 тысяч зерен, то есть каждый отдельный ряд, число оборотов дозировщика несколько меньше. Теперь у нас 50-е и 75-е линейки. Мы их сравнили и посмотрели посредством управления за счет смартфона, mobile control, Horsch Connect, посмотрели количество дозировки на 75-е, 85 тысяч, 12 километров в час, число оборотов 42-43 оборота в минуту примерно. Дозировщики для того, чтобы плотность посева обеспечить, а 50-ка. То же самое, 12 километров в час, то же самое, 85 тысяч зерен, где-то 27 примерно оборотов в минуту, то есть намного медленнее. СПЭД-дозировщик после вакуумного был внедрен в 2021 году, он тоже на всех машинах типа, на более мелких, где сеялках, а также на крупных сеялках, где можно их получить на разные типы машин. Здесь принцип разделения, в принципе, тот же самый. У нас те же самые диски, те же самые электродвигатели. Универсально работающая система разделения, точно так же, как и в AirVac. Важное различие систем в том, что транспортировка зерен. Когда выпускаете зерно, то система избыточного давления такая, что сразу же второй поток воздуха забирает это зерно и активно посредством вот этой выстреливающей трубы выстреливается ответственно за то, роль, чтобы поймать это зерно и вжать его. Без ролика улавливающего нельзя работать, иначе они будут просто выбрасываться. Преимущество активного этого сопутствующего транспорта с этой трубкой – это что мы можем очень быстро ездить, мы очень независимы в плане скорости. Официально 15 как самое большое определено в тех документации, но мы и 16, и 17 смотрим. В E-Speed-системе тут огромная сила, мощность. Один из клиентов в Северной Германии при помощи Maestro 8CX, то есть 6-метровая машина с сеялкой, за 8-часовую смену
примерно 15 километров в час. Он очень большое количество посеял. А вот здесь, которая сзади машина, на востоке даже 24 часа смена, примерно 18 километров в час при оптимальных условиях посева. 450 гектаров кукурузы посеял. И вот это огромная производительность, в основном за счет того, что 75-я линия используем подсолнечника и кукурузы, но также такие тонкие, такие как рапс, соя, зеленые, бобовые. Очень точно можно и мощно их эффективно засеивать. То есть в последние годы за Маэстро два новых дозировщика мы разработали одновременно. Они очень точные впоследствии процессов при посеве, и можно их использовать универсально. Эти возможности и Speed или AirVac можем индивидуально отвечать на условия и требования наших клиентов, тем самым у нас есть возможность всем фермерам предложить подходящую им систему. Ну что, добро пожаловать в студию. Томас, как мы видели, да, очень хороший дал обзор двух систем дозировки. Может быть, ты можешь подвести итог, когда скорее следует использовать вакуумную систему, когда больше тенденция к второй системе. Но всегда это немножечко зависит от условий работы. К примеру, если маленькие структуры имеются в наличии, и тогда и не очень большой, например, трактор есть, то где скорость и мощность не так важны, то там тенденция больше к вакуумной системе. Она там лучше, потому что более гибкая, можно медленнее ехать, там разные культуры, особые культуры можно высевать. И действительно, речь идет о мощности, если... тогда система вот выстреливания AirSpeed, она действительно можно сделать много гектаров. В целом можно сказать, что одна система точнее, чем другая, но за счет того, что обе системы сделаны по одному принципу и конструкция одинаковая, то в принципе одинаково точные системы, просто AirSpeed дозировщик может ехать быстрее. Для того, чтобы ту же самую точность достигнуть, AirVac должен свою скорость адаптировать в зависимости от условий почвы или качества семян. Вот для тебя какие решающие факторы здесь? Ну, естественно, предварительно, как предыдущее сеяло, какая почва, это действует на вот ряды и, соответственно, на точность. А если посмотреть на рынок, то вот как там системы выстреливания и вакуумные? Ну, в 2022 году примерно 50 на 50 машины оснащены обеими системами. Чуть-чуть лучше сейчас работают, чуть-чуть больше вакуумные, но тенденция идет к более быстрой езде, поэтому больше тенденция к скоростной системе Speed. Как думаешь, вот вакуум, что, будет отставать или... Нет, у нас в Центральной Европе, в любом случае, где очень много культур и особые культуры есть, то система вакуумная останется. Точно так же, как если посмотреть за океан, в Бразилии наверняка вакуумная система будет номер один, просто потому что там очень влажные условия, им нужно, чтобы можно было снимать этот компонент, там будут вакуумные системы. Что касается культур, если мы говорим о классике, а если мы говорим о специальных культурах, то что ты имеешь в виду? Ну, во-первых, такие различные бобовые, которые все более популярными становятся, особые виды гороха, лупины, но также специи, лук, к примеру, петрушка. Это очень такие мелкозернистые культуры. И здесь вот такой достаточно простая вакуумная система, она проще, а в этих специальных случаях, как и раньше, и все больше их спрашивают. Здесь вакуумная система больше подходит. Теперь различная скорость езды. Насколько важна тема вот сошника? Ну, если, да, естественно, нужно адаптировать скорость. Если, например, с 8 до 15 ускоряешься,
то меняется сила привода просто за счет скорости, и тогда, естественно, давление сошняка очень важно, важно, потому что там 15 миллиметров, если глубина посева, она может меняться, и это точно отражает наша система, которая автоматически давление адаптирует. То есть если меняется почва, если становится мягче, тверже, или если я меняю скорость очень сильно, должен адаптировать скорость, то система автоматически реагирует и следит за тем, чтобы выдерживалась одинаковая глубина посева. Но за счет... Но это... то есть здесь не тот вопрос, что слишком много, чем больше силы, тем лучше, а наоборот, оптимальное. Нужно этот сошник использовать и не слишком сильно, и не слишком слабо, чтобы глубина соответствовала, особенно в влажные сезоны. Это очень важно. Не слишком с большим давлением работать. Влага — хорошее такое ключевое слово. Например, вот такие закрывающие ролики оказывают положительную роль и для того, чтобы, например, достичь концов. Ну вот маэстро моделях, в принципе, две различные закрывающие ролики. Она всегда в комбинации идет с обычным резиновым роликом. Почему? Потому что там он берет глубинную, а пальцевой ролик, он принимает другую форму, там шлиц, уплотнение. И вот это уплотнение легко может... особенно если удобрения применяются для растения, для молодых корней проще. И то, что мы заметили, особенно в холодные годы, при этом быстрее... теплеет почва, и когда становится теплее, то, может быть, там на полдня может, рост начинается раньше и может хорошо развиваться. Мы уже только что на видеоролике видели машины с специальными системами МТС, с комплектными элементами вообще, для каких машин что нужно, какое топливо. Я маэстро РФАО Эрикс, там только вариант, естественно, с емкостью, а где маленькие сеялки CVCX, это где-то 6 метров, там у нас есть как вариант с емкостью, там и МТС вариант. А для крупных линий, где SV и SX, там только вариант МТС, потому что с очень... большое количество загружается, и преимущество МТС-системы состоит в том, что если крупный товар туда заходит, понятно, что эти крупным машинам это нужно. То есть логистическая проблема, преимущество, да, это вопрос логистики, потому что в конечном счете потом мощность, ну и физические возможности, чтобы можно было работать как с крупными кранами. Существует контроль, есть ли преимущество, где бункеры. Да, если один или два ряда отключить, то они, естественно, им не нужно больше семян, но система так автоматически делается, и транспорт в эти ряды прекратится. То есть, если пустой бункер, то тогда можно, допустим, 15 километров ехать и регулярно наполнять, но такого, чтобы там один ряд сначала, потом другой, такого в МТС-системе больше нет. Он показал нам дозировщики, они очень простые по конструкции, где там не нужно это разделяющее устройство менять, давление. Но ты сказал, уже много тысяч раз это делал, уже этот диск вставить, диск стоить. Когда лучше всего менять диски? Ну да, естественно, это очень часто приходится это делать, если уж ты работаешь в области точного высева. Ну, в ролике это было где-то там 12-15 секунд примерно. Это очень просто, очень быстро можно, если уже знаешь все эти движения руками,
то для каждого водителя это просто стандартная операция, и каждый день это будет делаться быстрее. Но иногда нужно и такие вопросы задавать, потому что именно эти вопросы из практики. Сколько мне нужно, чтобы, например, поменять диск, чтобы с одного типа семян на другие перейти, или там, чтобы взять остатки зерна и так далее. Ну, несколько секунд на ряд, и это можно целенаправленно делать. Я думаю, что это очень важная информация. Томас, большое тебе спасибо и за презентацию, за ответы на вопросы. Через парочку минут мы займемся следующей презентацией и будем надеяться, что вы меня в достаточном числе будете слушать.